Здравствуйте, друзья, добро пожаловать ко мне на канал. Достаточно коротко расскажу о сборке, которая вам позволит идеально себя чувствовать при стелсе, независимо от врагов. Единственное, наверное, если этот враг у вас не является очень высоким в плане сложности. Но, думаю, я над этим работаю, может быть, в дальнейшем что-то с этим получится. Но в целом, средняя сложность, высокая сложность, киберпсихи, боссы, вы всех убиваете с одного попадания в голову. Конечно, игру можно проходить по-разному, но для побочек каких-нибудь или для тех же самых киберпсихов просто идеальная сборка. Конечно, тут есть свои минусы, например, вам надо точно попадать в голову, но в остальном же проблем, я думаю, не будет. Что касается дороговизны, наверное, главный вопрос заключается в том, что хватит у вас денег или нет. 45 тысяч вам нужно на револьвер. И все. Вот он перед вами, этот револьвер. Называется он Овертюр. Если вы придете раньше, скорее всего, цена вопроса будет ниже. Даже не 45 тысяч. Где-то от 10 до 15 уровня он будет доступен. Я просто, когда туда пришел с 16 уровнем, я его сразу купил. Поэтому у него, скорее всего, есть какое-то ограничение в уровне. Но это не точно. Поэтому вам придется зайти посмотреть, и потом в комментариях, кстати, напишите, с какого он уровня доступен. Что касается модификаторов, сами ставите, что вам удобно. Я ему поставил вот два модификатора, которые увеличивают критический урон на 8% и повышают вероятность критического попадания на 3%. Все, то есть по модификаторам я даже не работал. Повышать его не повышал. Где продается этот револьвер? Вот перед вами карта, вам нужен вот этот район. И он называется, этот район, Аройо. Вам нужна нижняя его часть, вот этот магазин оружия. Обратите внимание, тут есть аптечка, одежда и еда. То есть вы достаточно наглядно это увидите. Это, по-моему, единственный такой магазин. Подходите туда и у торговца покупаете этот легендарный ствол. Теперь по поводу прокачки, очень коротко. Хладнокровие. Прокачиваете снайпера, прокачиваете смертельное поступь, прокачиваете удары с тени и прокачиваете смертоносность. Далее, и само хладнокровие, понятное дело. В реакции прокачиваете короткоствол, да, прокачиваете час расплаты, сорви голова и точно в голову. Также можете прямо в сердце, критический урон при стрельбе из пистолетов и револьверов увеличивается на 10%. Кстати, в короткостволе вы также можете найти еще дополнительное усиление револьвера, потому что эта ветка и существует для этого типа оружия. Сделайте это, и ваш персонаж будет выдавать невероятный урон. У меня рекорд 27 тысяч крита в голову. И это не предел. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Всех благ вам. Пока-пока.